обсуждает эту тему. И вопросы, которые вы мне пишете, будут, ну, задавайте, пожалуйста, по этой теме. Потому что, ну, как вы сами понимаете, невозможно на семинаре ответить на все проблемы, которые вообще у людей есть на сегодняшний день. Итак, у нас уже 11 часов 1 минута. Здравствуйте еще раз. Мы пока тут ждали забегающих в последний вагон, обсудили, какие темы еще раз наиболее интересные. Я подготовлю тему по наиболее часто встречающимся. Ряд вопросов, которые прозвучало, в частности, о памяти, о когнитивных способностях, это мы сегодня с вами проговорим в нашем сегодняшнем вебинаре. Поэтому хорошо, что вы сегодня здесь, и, может быть, вы услышите ответ на свои вопросы. Значит, вопросы можно задавать в чате. На те вопросы, на которые вы не услышите ответ в процессе нашего вебинара, я отвечу после окончания вебинара. Может быть, на какие-то вопросы вы уже, я вам отвечу в процессе проведения вебинара. Ну что ж, друзья, сегодня у нас очень интересная тема – головной мозг. Головной мозг, я назвала эту тему «Головной мозг. Суть бытия», потому что, ну, так оно и есть. Так оно и есть. Вот этот вот маленький орган, в общем-то, относительно маленький орган, он определяет суть нашей с вами жизни. Вы помните, что такое здоровье? Мы с вами говорили об этом. Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального здоровья, да? То есть мы должны быть физически здоровы, мы должны быть психологически крепкими и должны социально себя чувствовать уверенными, потому что мы живем в социуме, мы социальные люди, мы вообще человек – это социальное существо. Вот совместив, и вот эти все три совмещения, как раз три составляющих здоровья определяет, в общем-то, наш головной мозг. И вы знаете, есть очень уважаемый мной ученый Наталья Бехтерева. Она внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева, по учебникам которого мы учились в свое время в институте. И она сама нейрофизиолог. Она с мировым именем нейрофизиолог. Ее знают абсолютно все. Она очень долгие годы возглавляла и вот до недавнего времени совершенно институт мозга человека Российской академии наук. Ну, вот до конца своей жизни, вот в 2008 году она ушла в мир иной, и вот она до конца жизни возглавляла институт мозга. И вот она потомственный человек, посвятивший свою жизнь изучению мозга, она все время говорила, что я часто думаю о мозге так, будто он отдельный организм, как бы существо в существе. Вы знаете, это понимание такое, оно очень интересное, потому что, посмотрите, я вот вам здесь в качестве подтверждения существа в существе, да, вот эта фотография, так, сейчас я указку включу. Вот эта фотография Вселенной, а вот эта фотография клетки мозга. Вот это фотография смерти звезды. Это официальные фотографии, взятые из официальных источников астрономов. А вот это рождение клетки под микроскопом, под большим увеличением. Вот это туманность космическая, а вот это человеческий глаз. Понимаете? И вот я согласна с ней, что головной мозг, мы знаем о нем очень маленькую толику информации и находимся все время в состоянии изучения. Это на отделы головного мозга. Посмотрите, их очень много. Я этот слайд вам показываю, конечно, не для того, чтобы вы его запомнили или хоть что-то поняли. Я вам просто хочу сказать, что он, вот этот вот мозг, который расположен, головной мозг, в черепной коробке, занимающий небольшую, но главенствующую роль, то есть он выше всех на пике, да, нашей пирамиды тела, вот он
невероятно сложный по строению. Невероятно сложный по строению. Даже типы нервных клеток совершенно разные. Понимаете, вот это вот клетка нейрон схема, конечно, ее совершенная схема. Вот, и невероятное строение этих клеток. Клетки соединяются между собой сложными узлами, вот схема этого узла, в котором присутствует и работает куча медиаторов или биологически активных веществ. Вот это акцентируйте у себя это внимание. Биологически активных веществ, которые передают информацию от головного мозга всем абсолютно органам и системам организма и собирают информацию от органов и систем организма и передают ее в головной мозг для решений, управленческих решений. Посмотрите, объем мозга не очень большой по сравнению с ростом человека, в пределах вот до 1600, то есть ну, примерно 1,5 килограмма в среднем где-то, да, кубических сантиметров. Объем, мы говорим сейчас, и занимает он 91-95% емкости черепа. То есть он плотно и надежно защищен костной оболочкой, костями черепа. Он защищен, поэтому он делится на разные части, это вам тоже не нужно запоминать. Просто каждая из этих частей отвечает за определенную нашу с вами жизненную функцию. Мы с вами потом подальше немножко посмотрим приблизительно, кто за что отвечает, поэтому мы обязательно к этому вернемся. Головной мозг – невероятно энергетический орган, невероятно. Он излучает столько энергии огромной. Посмотрите, в нем 100 миллиардов примерно. Друзья, все эти цифры, которые я называю, они очень примерные, потому что, как я, тем более это касаемо головного мозга. Вот, 100, потому что клетки, они, вот я с вами говорю, они размножаются, умирают, они живут своей жизнью. И на данный конкретный момент никто не может сказать, сколько точно у человека, например, нервных клеток, нейронов в головном мозге. Он потребляет половину всей глюкозы, вырабатываемой печенью и поступающей в наш организм извне. Половину. Вот все, что мы съели, глюкоза образовалась, все, что печень нам дала – из своих запасов. Половина этого всего употребляет головной мозг. Вот столько ему нужно энергии, мы знаем, что глюкоза – это запасы энергии, столько ему нужно энергии, чтобы осуществлять это грамотное руководство, чтобы наш организм был и физически, и психологически крепким, чтобы мы умели мгновенно решать какие-то, оказавшись в какой-то ситуации, принимать решения. Понимаете, для этого нужно очень много энергии. И с этим он совсем справляется. Должен, если он здоров. Если он здоров. Посмотрите, вы знаете, что в головном мозге есть кора, да, есть подкорковые вещества. Вот это вот головной мозг, а это вот мозжечок. И посмотрите, толщина коры, все эти процессы происходят вот в коре и передаются уже по этим отросткам, сюда дальше. Тут, конечно, это простейшая схема. Но хочу сказать, что кора головного мозга, это, ну, это нетрудно определить на вскрытиях. То есть она всего, вот посмотрите, колеблется от 1,5 до 4,5 миллиметров. Да? Я желаю вам, чтобы у вас кора была вот приближена к этому, к 4,5 миллиметрам. Толщина коры мозжечка, которая отвечает, в частности, одна из функций мозжечка, это наше с вами равновесие, да, ориентация – пространстве, это вот от всего от 1 до 2,5 миллиметров. Строение невероятно сложное. Вот это под микроскопом многократно, конечно, увеличено, кора головного мозга. Вы видите, что это вот клетки коры, а это вот отростки, которые уходят внутрь, в подкорковое пространство. И строение, как и любой орган, это клеточное строение, как в любой. Мы все с вами состоим из клеток. Здесь новички есть, да, я поэтому не говорю об этом. Друзья, мы все с вами многоклеточные существа.
все многоклеточные существа. Каждый наш орган, каждая наша система органов изначально состоит из клетки. И головной мозг не исключение. Он тоже состоит из клеток, и клетки нервной системы, и клетки головного мозга, как основного органа нервной системы, центральной нервной системы, тоже состоят из клеток, которые называются нейроны. В каждом нейроне мы знаем, что форма клеток самые разные в зависимости от того, какому органу эта клетка принадлежит. Если мы говорим о нейроне, то он имеет вот такое строение с множеством отростков для того, чтобы информация, которая в клетке зарождается в виде биологически активных веществ, по этим отросткам нейрона могла поступать. То есть эти биологически активные вещества передвигаются по этим отросткам и достигают других клеток, передавая им информацию, которая необходима. Вот пока мы с вами говорим, здесь произошло и у вас, и у меня. А у меня наиболее активно, потому что я активно сейчас работаю. Работает головной мозг, чтобы все это совместить, понимаете? Чтобы была логика, чтобы была информация правильная, чтобы я эту информацию успевала вам рассказать. Понимаете, это невероятная скорость реакции. Я про это говорю, невероятная скорость реакции. Итак, так же, как у всех клеток есть ядро и есть внутренние составляющие, где есть очень много органелл. Но сегодня мы не будем о них говорить. Вот есть дендриты, это вот самые отростки. Они похожи очень на разветвленное дерево, и действительно, оно даже здесь под микроскопом на схеме изображено, и под микроскопом мы видим, как будто это дерево, перевернутое кроной вниз. Вот такое строение головного мозга. И я хочу акцентировать внимание на том, что это изначально клетка, и изначально это обмен веществ внутри клетки. От этого зависит все наше благополучие и все наше неблагополучие. Какие функции? На сегодняшний день, друзья, определены области, которые определяют наши функции с вами. Например, речь – это височная доля головного мозга. Поведение и чувства – это лобная доля головного мозга. Точные движения – это теменная область. Основные движения – это тоже теменная область, но ближе к затылку. Осязание, зрительные – это затылочная часть. Зрение вообще, зрительное узнавание и зрение – это затылочная часть. Поэтому очень часто, когда люди падают или получают травму затылочной части области – они теряют зрение, они не видят. Ну и вот мозжечок, мы с вами уже говорили, это равновесие, координация движений. То есть каждая зона... мы также с вами знаем, друзья, что вот эти функции, которые мы перечислили, это далеко не все функции. У нас еще есть функции работы сердечно-сосудистой системы, дыхательной, иммунной, почечной системы выделения и так далее, и так далее. То есть все 12 систем человека зависят от работы головного мозга. Вот этого вот небольшого органа, который находится у нас здесь, в черепной коробке, защищенный надежно толстыми костями черепа. Но иногда эта защита не срабатывает, и мы получаем травмы головного мозга. Но это уже дальше мы поговорим немного об этом. Я просто хочу сказать, что в зависимости от того, какие функции пропадают у пациента, когда поступает пациент, по скорой помощи, ну или там другие, плановом порядке и так далее, и предъявляет какие-то жалобы определенные, грамотный клиницист всегда сможет примерно, например, примерно определить, в какой области, вот, например, инсульты, да, это относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, как осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты.
Но, тем не менее, это и затрагивает головной мозг, соответственно, потому что инсульт – это кровоизлияние в головной мозг. Поэтому какие симптомы появляются у пациента, какие он видит при осмотре и так далее, определяет там, с помощью каких-то действий диагностических, он обязательно увидит и предположит, в какую область головного мозга произошло это кровоизлияние. Иногда делаются операции по определенным показаниям, то вскрывают не всю черепную коробку и ищут, а конкретную зону вскрывают и как бы там уже проводят манипуляции медицинские, необходимые строго по показаниям, ну и так далее. Что хочу сказать, что головной мозг делится на левую полушарие и правое полушарие. Левое полушарие совершенно четко отвечает за функции логики, анализа, знания языков, речь, письмо, восприятие через слух, зрение и вкус. То есть мы воспринимаем левым полушарием то, что мы реально видим, реально слышим, реально чувствуем, запах или там так далее, да? Мир ограничен. В левом полушарии мы видим ограниченное пространство и время. Вот я левым полушарием вижу, что я нахожусь сейчас конкретно вот в этом кабинете и так далее, в это время, в это время. А правое что? А правое – это интуиция, это фантазии, это рисование, это воображение. Все люди искусства с прекрасным правополушарным развитым правым полушарием, с прекрасным функционально развитым. Восприятие идет не через конкретный слух, зрение, а интуитивно. Вот шестое чувство, да? Вот я воспринимаю этого человека не потому, что вот он появился в комнате или он мне понравился, а вот интуитивно мне приятно с ним. Не знаешь почему. Такое бывает, наверное, у каждого из вас, да? Это правое полушарие. Это правое полушарие. И правое полушарие не ограничивает фантазии ваши ни временем, ни пространством. Вы фантазируете и фантазируете, друзья, развивайте правое полушарие, потому что чем больше вы будете представлять себе с помощью правого полушария ваши достижения, здоровье, состоятельность, успех и так далее, тем больше все это превратится в реальную совершенно жизнь. Ну, это доказано уже, это доказано. Ну, различают отделы разные головного мозга, я не буду о них вам говорить, просто хочу сказать, что каждый из отделов головного мозга отвечает за свою функцию еще раз. И более того, гипоталямус, например, это еще и железа эндокринная, то есть внутренние секреции, которые вырабатывают гормоны определенные, которые регулируют системы нашего организма. Во-первых, она регулирует саму эндокринную систему работы, эндокринной системы, например, гормон ТТГ, который определяет при заболеваниях щитовидной железы, он вырабатывается не щитовидной железой, он вырабатывается гипоталямусом. Поэтому, друзья, вот все эти моменты, то есть это большой еще эндокринный орган, который всеми способами регулирует нашу с вами жизнедеятельность, и физиологическую, и психологическую, эмоциональную. Все, что относится к нашей жизни, регулирует головной мозг. Поэтому, конечно, когнитивные способности, память, когнитивные способности, все зависит от того, насколько эффективно идут обменные процессы в нейронах головного мозга, насколько эффективны взаимосвязи нейронов друг с другом. А взаимосвязи эффективны только когда идет физиологический обмен веществ в клетках. То есть так, как положено. Физиология – это нормально. Это значит так, как положено проходить обмен веществ. Без сбоев, без образования шлаковых веществ, без образования большого количества оксидных веществ, которые нарушают обмен веществ в клетке и так далее. Поэтому за память и когнитивные, то есть способность усваивать, запоминать, да, запоминать, когнитивные способности – это способность к общению и так далее. То есть человек может быть заторможен и так далее в связи с тем, что обменные процессы у него нестабильны в клетках головного мозга. Нестабильны. Это очень-очень важный момент.
Что такое с точки зрения кибернетики головной мозг? Вот мы говорим с вами о когнитивных способностях. Вот они, пожалуйста, здесь изображены как раз, да? То есть это гигантская обучающая статистическая аналоговая машина, которая состоит из живых ионных элементов, из живых. И она потребляет определенную энергию. Вот посмотрите, мощность, которая потребляется, примерно 25 ватт. Очень экономная, но решает проблемы невероятно много, начиная любого возраста касаемо, любого возраста. И в спорте, и в искусстве, и когда мы болеем, то тут тоже как бы эта система не только обучающая, но она и запоминающая. То есть она применяет, вынимает из закоулков своей библиотечной памяти то, что нам нужно в данный конкретный момент, самостоятельно. Это очень-очень важный момент. Какие опасности на пути, помимо памяти, когнитивных способностей, есть еще очень такие опасности, которые на сегодняшний день все чаще и чаще встречаются в жизни повседневной. Вот буквально вчера мне позвонила одна моя коллега и сказала, что вот у мамы Альцгеймера, и вот на праздники ушла, все праздники ее искали. Это беда, друзья, это беда. В чем, что происходит? С возрастом происходит мутация генов. И чем быстрее эта мутация происходит, тем быстрее развиваются гибель нейронов. Нейроны – клетки, которые очень трудно восстанавливаются. Все говорят, нервные клетки не восстанавливаются. В этом есть доля правды, потому что любая клетка, она, конечно, имеет способность к делению. Другое дело, что деление, скорость деления этих клеток у каждой системы своя. Если клетки крови, например, раз в 7 дней примерно обновляются, ну, определенные клетки крови, то этого нельзя сказать, конечно, о нервных клетках. Они крайне медлительны в своем восстановлении и делении, ну, потому что сложнейшие совершенно функции выполняют. Поэтому и быстро восстанавливаться природы им не заложено. Не заложено. Альцгеймера – это связано, конечно, с мозгом человека. И поскольку начинается, еще раз скажу, все с нарушения функции, то есть нарушения обмена веществ в клетках, чем быстрее этот процесс происходит, нарушение обмена веществ, тем больше происходит мутации в генах этих клеток, гибель нейронов происходит, развивается слабоумие. Чаще проявляется у людей возрастных уже, но больной, что как проявляется? Он не помнит недавние события, он теряет способность выполнять привычные действия, и он вообще теряется в пространстве и во времени, и постепенно совершенно перестает вообще узнавать и близких, и он не помнит, кто он такой. Поэтому люди, которые теряются, они уходят в никуда, и если нет присмотра за ними, они уходят в никуда, и это их трудно найти, их крайне трудно найти. Потому что они не помнят ни как его зовут, ни откуда он, ни что. Это беда, это большая беда. Поэтому болезнь Альцгеймера – это огромная опасность на пути жизненном у каждого человека. Еще раз повторюсь, начинается все с нарушения обмена веществ в нейронах головного мозга. В нейронах головного мозга. Есть еще одна беда – это болезнь Паркинсона. Она тоже очень довольно распространена в последнее время стала, так же, как и Альцгеймера. Болезнь Паркинсона – это нарушение не в клетке изначально, обмена веществ – тоже нарушение. Начинается все с нарушения обмена веществ нейронов. Но здесь нарушается вот эта вот связь синаптическая. То есть клетка работает, но вот эти вот биологически активные вещества, помните, я вам говорила в начале нашей встречи,
что здесь образуются биологически активные вещества, которые передаются в другие через вот эти связи и дальше двигаются, по, давая команды другим. Да? Так вот это вот происходит нарушение именно вот здесь, в синаптической связи. То есть не в теле клетки в самом, а вот в месте синаптических передач. И это происходит гибель здесь клеток, и тогда вот проявляется болезнь Паркинсона. Она тоже совершенно очевидна по диагностике. Видите, поза, мы называем ее, ну, врачи называют ее поза просителя, такой синдром катания пилюли во рту все время, вот он такой, да, выраженный тремор рук, шаркающая походка, очень мелкие шаги. Человек, как бы он, благодаря тому, что нарушены вот эти вот передачи импульсов, у него нарушаются прежде всего двигательные функции, статические и функции тоже нарушаются. Поэтому вот это следующая опасность на пути гибели нейронов. Серьезная опасность. И вообще заболеваний головного мозга, друзья, очень много. И если мы коснемся с вами любой системы нашей, сердечно-сосудистой, легочной системы, почечной системы, и так далее, да, иммунной системы. Каждая система имеет симптомы поражения головного мозга. Каждое заболевание, я имею в виду патологические какие-то моменты, не физиологию, конечно. Вот, что еще? Мигрень. Мигрень очень частое заболевание. Меня даже кто-то просил прочитать отдельную лекцию. Но нет необходимости читать отдельную лекцию о мигрени, друзья. Потому что это происходит, это боль, возникающая на фоне спазма сосудов головного мозга, мелких сосудов, которые снабжают головной мозг. Но вы понимаете, что снабжение, кровоснабжение головного мозга, оно очень интенсивное в связи с тем, что он выполняет огромную работу. Ему все время нужно питательные вещества приносить клеткам и убирать и оттуда, уносить через вены, отток должен быть хорошим, значит, уносить те вещества, продукты обмена веществ, да, шлаковые и прочие продукты, которые не нужны, которые он выделяет в процессе обмена веществ. И при этом вот по поражению, кстати, в шейном отделе, сейчас не о мигрени пока, поражение в шейном отделе, хотя это и к мигрени тоже относится, отделе позвоночника пережимает сосудистые русла или венозные, или артериальные, и это приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга и приводит к жутким головным болям и нарушениям обмена веществ нейронов. Так вот, что такое мигрень? Это спазм сосудов, за счет которого выделяется большое количество гормонов, в том числе и адреналина. Повышение вот уровня адреналина обуславливает расширение сосудов и приводит к небольшим отекам и частей головного мозга. Чаще всего это вот вы видите, частая наиболее локализация мигренозных болей, она обозначена здесь на слайде. Что нужно делать, чтобы головной мозг работал в рамках физиологической нормы? Чтобы мы не говорили с вами о плохой памяти, о недостаточных когнитивных функциях, о мигренях, вообще головных болях частых. Чтобы мы с вами не говорили о тех грозных осложнениях, о которых проговорили сегодня, Альцгеймера, Паркинсона, да, чтобы мы об этом не говорили. Что нужно для этого сделать? Очень просто. Нужно, чтобы головной мозг работал в рамках физиологической нормы, то есть чтобы все обменные процессы, проходящие в клетках головного мозга, вот эта клетка головного мозга, ядро, это вот органоиды клетки нейрона, вот аксоны, которые отходят, вот эти синаптические связи, они все имеют определенное строение. Вот если под микроскопом посмотреть, то и базофилы, и нейрофибрилы, и другие клетки головного мозга, которые составляют головной мозг как целое, не как клетку, а как целое, там много разных клеток, нужно, чтобы обмен веществ внутри клетки был физиологичным, чтобы все шло так, как запрограммировано Всевышним, да?
и тогда никаких изменений не будет. Да, возрастные изменения будут появляться, но они будут идти не вот так вот, а они будут идти вот так. И тогда человек будет доживать до Богом отведенного ему времени не с Альцгеймера, а, ну, по другой причине уходить из этого мира. Мы... Это неизбежность, да, рано или поздно это неизбежность. Вопрос, в каком состоянии мы к этому моменту подойдем? В добром уме и здоровой памяти или с Альцгеймера? Понимаете? А все начинается еще раз и еще раз и еще раз. С обмена веществ в клетке. Все начинается отсюда. И мы не всегда это слышим и понимаем сразу. Не всегда. Мы когда начинаем уже чувствовать, что что-то не так? Когда начинает болеть? Когда есть звонок, когда у нас наступает там головокружение, головные боли, тошноты, там потери зрения, потери слуха, снижение слуха и так далее, изменение зрения. Понимаете? Вот тогда мы идем уже, думаем, что-то у нас не то. И часто мы идем к отоларингологу, к лор-врачу, если это касаемо слуха и так далее. А причина, приходим оттуда, говорит, да нет, у вас все хорошо со слухом, с органом. Вот там все хорошо, там ничего такого нет. А все в голове, потому что все в головном мозге, все изменения в головном мозге. Поэтому часто вы приходите, и орган зрения, он нормальный, там ничего нет, ни опухоли, ни отеков, все на месте, ничего не изменено. Но зрение вы теряете. Это означает, что нужно искать причину в изменениях работы того или иного отдела головного мозга. Гипертоническая болезнь может привести к изменению зрения? Конечно. Скачки давления изменяют обменные процессы в клетке. Изменяют. Они не делают их ритмичными. И со временем, с годами, вот эти скачки давления приводят к тому, что клетка гибнет того или иного. Там, где идет перепад резкий давления, опасайтесь резких перепадов давления, это самое страшное, что может случиться. Давление никогда не снижается, ушла в другую тему, никогда не снижается больше, чем на 10 миллиметров ртутного столба сразу. Оно должно постепенно снижаться. Ни в коем случае не резкими скачками. Так, друзья, я надеюсь, что я вас убедила в том, что все начинается с клетки. С клетки, с изменения обмена веществ. Таким образом, какие функции основные нейроны несут? Восприятие, переработка и проведение информации. Да, да, восприятие информации. Причем не только внешней информации, но и информации из внутренних органов. Мы с вами простыли. У нас отек носоглотки или бронхит начался. Эта информация идет в головной мозг. Головной мозг дает команду кашлять, выбрасывать все, что не нужно. Мы начинаем кашлять. Понимаете? То есть эта информация, она не только внешняя, вот это то, что здесь написано. Это информация любая, которую получает головной мозг извне. Мы с вами поскандалили. Мы получили информацию. Головной мозг дает, выделился адреналин. Головной мозг дает информацию, если он правильно работает, и выделяться начинают гормоны, которые гасят адреналин и не позволяют вам, не позволяют, например, подняться артериальному давлению на какую-то негативную ситуацию. Если правильно работает головной мозг, он адаптирован к любой ситуации и вовремя дает команду на выделение тех биологически активных веществ, которые нивелируют те негативные моменты, которые в жизни достаточно часто получаются у нас с вами. И трофическая функция, конечно. Мы видим вот то, что я сказала, это влияет на обмен веществ в самих аксонах и дендритах, в самих клетках нервной системы. Трофическая функция – вот это важнейшая основная функция. То есть он не только регулирует нас, весь организм, но и прежде всего сам себя. Посмотрите, какие химические элементы входят в состав биологически активных веществ к
клеток внутри. Для того, каждое биологически активное вещество, будь то гормон, фермент и другие, их очень много, содержит какой-то микроэлемент, биогенный металл. Вот посмотрите, есть макроэлементы, 99% всей массы клетки. Вот вы видите их, это кислород, углерод, водород, азот, сера, фосфор, калий, магний, натрий, кальций, железо, хлор. Это основные, 99% всей массы клетки. Есть микроэлементы, это ионы тяжелых металлов, которые входят в состав ферментов, гормонов. Их небольшой процент, посмотрите, совсем небольшой. Это медь, цинк, йод, фтор. И ультрамикроэлементы. Что значит ультра? Ну, их концентрация очень минимальна, но они не могут не существовать в клетке, иначе будет нарушен обмен веществ, и не будут образовываться те микробиологически активные вещества, которые нам нужны для нашей жизнедеятельности. Вы их тоже видите здесь. Это селен, это серебро и ряд других, бериллий и так далее. Вы видите их тоже. Вот эти все химические элементы должны быть в клетках, в нейронах головного мозга в достаточном количестве. И они все должны быть в достаточном количестве. Итак, друзья, говоря о том, что о головном мозге, который занимает небольшую часть совершенно в нашем большом теле, тем не менее сбалансированная работа его определяет общее наше состояние – физиологическое, психологическое и в итоге социальное состояние. Мы все с вами общаемся, на работу ходим. И когда нам не здоровится, ну, согласитесь, что нам уже сложно выполнять социальные функции. Причем не здоровится не в плане физическом, но и в психологическом тоже. Почему мы сегодня с вами именно говорим? Потому что у нас с вами в руках совершенно уникальный есть продукт, который сейчас называется BH. Раньше он назывался Бинхан, потому что компания Бинхан выращивает этот уникальный женьшень. BH, потому что это усовершенствованный новый адаптоген нового поколения и в плане технологической переработки женьшени новый, и в плане того, что он усилен еще и имбирем, корневищем имбиря, порошком. Но почему о нем речь идет? Потому что этот адаптоген под названием BH содержит 95% женьшеня. Это биологически активные вещества, которые в этом, я дальше покажу, какие именно нам особенно с вами важны, которые оптимизируют как раз обмен веществ в клетках нейронов головного мозга. Каким образом они оптимизируют? Гензинозиды женьшеня способны проникать через клеточную мембрану внутрь клетки, неся на себе все те биологически активные вещества, которые есть в составе женьшеня. И это позволяет обмену веществ в клетке нейронов проходить ритмично в физиологическом режиме. Это сводит до минимума образование шлаковых веществ, оксидантов ненужных. Да, оксиданты, они образуются, они нужны в каком-то в определенном количестве. Но излишнее их количество становится крайне опасным для жизнедеятельности клетки и приводит ее к апоптозу, то есть к смерти, приводит клетку к смерти. Ну и, соответственно, мы с вами знаем, что если здорова клетка, то здоров и весь организм. Орган сначала, который эта клетка составляет, и организм в целом. Сегодня мы с вами говорим о головном мозге, но, друзья мои, мы с вами знаем, в чем прелесть нашего продукта? В том, что он работает системно тоже. Системно, он не избирательно работает. Что вот я выпила сегодня, например, BH, да, и он вылечил только мой головной мозг. То есть он вмешался, урегулировал работу только моего головного мозга. Нет, конечно.
он регулирует работу системно, это крайне важно. И еще раз хочу сказать, что это здоровая пища. Я не зря в названии своем сказала, что здоровая пища для здорового мозга. Потому что BH – это биологически активная добавка к пище. Это не является лекарственным средством. И это действительно пищевая добавка, эффективная. Почему она эффективна? Во-первых, потому что она содержит 95% белого императорского женьшеня. Что такое женьшень? Мы с вами говорили на отдельной лекции. Но сегодня для тех, кто впервые, я решила показать, друзья, вам вот этот слайд. Те, кто участвует в наших семинарах регулярно, они знают об этом. Вот смотрите, очень важно не просто женьшень, их много у нас. Их много на сегодняшний день. Важно, чтобы учесть технологии его выращивания, возделывания и технологии переработки. Это невероятно важно для любой травы, в том числе и женьшень. И наш женьшень, который используется в продукт BH, он, во-первых, выращивается в экологических условиях на территориях ЮНЕСКО. Это говорит о чем? О том, что все условия почвенные и воздушные, и водяные, которые нужны для того, чтобы этот женьшень рос, они соблюдены экологически, чистый регион. Дальше, шестилетний женьшень. Это важно? Конечно. Потому что у двухлетнего, трех- и четырехлетнего женьшеня не будет столько биологически активных веществ, сколько нужно для того, чтобы он стал эффективен в плане лечебных каких-то лечебного действия на наш организм. Вот смотрите, закаленные каждые 2 года пересаживают. Эта фраза о чем говорит? Вообще женьшень, корень женьшеня, он в хорошем смысле слова такой вампир. Вот его высаживают, когда? Его высаживают, кстати, только зернами только, больше ничем. Высаживают, и он, когда образуется корешок, вот он через 2 года, вот эту вот всю землю, которой он высажен, он все оттуда выбирает. А что называется, обесточивает. Все выбирает. Там уже взять больше через 2 года нечего. Нет, ничего нет в почве. Абсолютно, что можно взять. Вот, поэтому вот в нашем случае его аккуратно выкапывают и пересаживают вот эта вот гора. Видите, гора? И вот пересаживают дальше вот это вот голубые. Это все места, где растет женьшень, защищенные, да? И высаживают выше в горы, и еще 2 года он там растет. И через 2 года еще раз его высаживают. То есть ему изменяют и условия, его тренируют. В этих условиях, друзья, тренировочных, этот женьшень, корень, он спасает себя, не нас с вами, а себя. И поэтому он создает такие биологически активные вещества, чтобы выжить ему вот в этих условиях суровых, выше там перепады температуры, резко континентальный климат и так далее, да? И он это создает для себя, чтобы выжить. А мы потом то, что он создал для себя, с вами используем для нас. Потому что по составу, вот я много раз была на Тайване, в клинике, и очень много раз общалась с коллегами, которые, которые выращивают этот женьшень, в клинике используют его в лечебных целях, включая в комплексные терапии и так далее. Я с ними очень много общалась. И вот те друзья, которые ездили вместе, мы летали на Тайване, были однажды при общении, при общем общении, он с трибуны об этом сказал, что руководитель клиники этой, что они исследовали женьшень и по составу он на 95% идентичен молоку матери, врожденного ребенка.
Это молоко природы, представляете? Вот мы с вами имеем такую возможность. Это невероятно важно, потому что как ребенок с молоком матери получает иммунные тела, и он не заболевает теми инфекционными болезнями, пока, которым переболела мама. Он не заболевает ими, потому что он получает с молоком матери эти антитела, которые у нее есть в молоке. Так мы с женщинами получаем тоже определенные биологически активные вещества, которые поддерживают наш обмен веществ. Вот. И это очень невероятно важно. И переработка с помощью криодробления. То есть если раньше просто высушивали и много раз перемалывали этот корень, использовали его, и я застала эти времена, когда мы пили этот корень, как-нибудь покажу вам, как это выглядело. Вот. А сейчас это криодробление, это более современные, понятно, что технологии идут вперед. Важно, что вот в этой технологии не потеряны те биологические вещества и не изменена их структура, этих биологически активных веществ. Вот что важно. Они не потеряны, их столько же остается. И главное, не изменена, более сохранена она, эта структура биохимическая этих биологически активных веществ, которые нам нужны с вами для того, чтобы работать в нас, чтобы он работал в нас. Какие же это вещества сохранены в женьшине? Вот вы их видите на этом слайде. Вы видите, что здесь есть вот гензинозиды. О них вообще одна целая история может быть рассказана. Это уникальнейшие вещества, которые являются основными биологическими веществами женьшине, которые, собственно, и определяют его первенство, его главенствующую роль в структуре траволечения. Ну, это трава, поэтому это траволечение. Конечно же, он стоит на первом месте там много веков уже. Это женьшень благодаря наличию особого строения сапонинов. Поэтому их назвали гензинозиды. То есть они присущи только женьшеню, только. Ни в других растениях нет такого рода сапонинов, такой структуры. Это те биологические вещества, которые есть в имбире. Его там всего 5%, но тем не менее он дополнил состав BH витамином А, например, витамином А, витамином К, витамином Е, которых нет в женьшене. А добавка вот корневища имбиря дополнила витаминный состав однозначно. Ну и в итоге, друзья, вот желтым я выделила те биологически активные вещества женьшеня, вернее, продукты BH, потому что он с имбирем, вот, которые особо важны для того, чтобы нормализовать обмен веществ в нейронах, в частности, чтобы избежать нам тех неприятностей, о которых мы сегодня с вами успели проговорить. Поэтому я вам желаю здоровья. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то вопросы. Так, пальц Гельмеру мы... Да, Руслан, их высаживают только зернами. Женьшень высаживается только в зернах. Так. Вообще сам корень женьшени невероятно нежное существо. Вот, если травмировать его раньше времени, то женьшень может вот просто опасть и уйти вглубь корень. И он долгое время там может быть, как бы замереть. Он очень... такое существо трепетное. Спасибо большое. Записи вебинаров мы, друзья, не делаем, потому что я люблю живое общение, когда ваши вопросы, мои ответы. И вот по поводу болезни Александра Мищенко, по поводу болезни Альцгеймера, конечно, нужно давать, тем более недавно стали проявляться симптомы. Но если проявляться симптомы стали, то уже это как бы есть изменения. Но можно приостановить этот процесс хотя бы, это уже хорошо. Вылечить, конечно, уже нельзя, друзья. Женьшень – это не лекарственное средство. Это средство профилактики прежде всего. А лечебные свойства он хорошо проявляет в комплексной терапии. И потом у вас помимо BH, мы, если говорим с вами о профилактике, то помимо BH есть у нас напитков очень много с нашим женьшенем. Там без имбиря. Женьшень, просто женьшень, без имбиря. Пожалуйста, там и для детей, и для взрослых. Все можно найти на вкус.
Пейте просто каждый день вкусные, здоровые пищи, вкусные здоровые напитки, понимаете? Это все в системе. Нельзя так сказать, что вы выпили одну капсулу BH или выпили там одну чашку, или там неделю попили чашку какао с женьшенем, или там кофе с женьшенем, чай с женьшенем, и вы сразу стали здоровы. Так не бывает. Вы копите заболевания годами, годами. Физиологические изменения в клетках начались у вас до проявления вашей болезни, может быть, 10 лет тому назад. Поэтому не ждите, что у вас прямо на конце иглы, это ж не реанимация. Перепады давления у ребенка 16 лет. Это пубертатный период, это гормональное, да, Наталья. Вы попоите его чаем, кофе, что он любит, какао, пусть он выберет по вкусу для себя. Это гормональные перепады, но за ними нужно смотреть, чтобы это потом не превратилось в 20 лет, 22 года уже в гипертоническую болезнь. По поводу записи, друзья, я еще раз хочу сказать, я не записываю никакие вебинары, потому что я люблю общаться с вами. Мне это полезно, и надеюсь, что вам полезно общение со мной, но и мне полезно общение с вами. Поэтому я каждую тему готовлю, чтобы она была живой, и мы с вами могли общаться. Ну что ж, друзья, тогда до следующей встречи в июне. Уже теперь лето настало. Можно детям. Детям можно, противопоказаний нет. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте детям выбирайте либо напитки какие-то, которые они любят. Это столько такой арсенал напитков с женьшенем, вот, что, мне кажется, можно любого совершенно выбрать на вкус, да? Так. Да, спасибо вам большое за теплые слова. Так, головные боли у 8-летнего ребенка. Значит, друзья, головная боль... Ну, порядка 30 причин может быть головной боли у 8-летнего ребенка. Значит, нужно посмотреть внутричерепное давление, нужно посмотреть зрение, нужно посмотреть, как много он сидит у вас в телефоне и в играх, потому что это огромная нагрузка. То есть нужно, то есть порядка 40 причин может вызвать головную боль. Отрегулируйте общение с телефоном, посмотрите, заметьте, когда возникает головная боль, то есть вы просто поведите дневник, после каких событий возникает головная боль. Да, может быть, после тренировок, может быть, посмотреть внутричерепное давление, просто зрение проверить. Проверить, на какой партии он сидит, если плохое зрение. Может быть, он сидит на последней партии, не хочет, чтобы знали, что у него плохое зрение, понимаете? И все время напрягается, у него головные боли после учебы. Посмотрите, пожалуйста. Ну, перепады давления мужчины 76 лет, это не мудрено. Все это начались перепады, наверное, не сегодня, Оксана, я так полагаю. Да? Надо посмотреть. Либо это гипертоническая болезнь, значит, нужно подобрать дозы лекарственных препаратов ему. Без этого не обойдется. Какие перепады, огромные, не огромные. Дозировка обычная. По одной капсуле по одной капсуле 2-3 раза в день. Если... спасибо, Татьяна. Спасибо большое. На добром слове. Так. Да, друзья, большое спасибо. Я буду рада вашему общению с вами и буду благодарна, если вы ваши отзывы, пожелания, замечания будете писать в чате нашей сессии, где об этом вебинаре, потому что мне легче работать. Всего доброго вам, до свидания.